кулите. Продолжаем. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ха. Чел. Блин. Тихо-тихо. Так. Ребзи, ну. Да что такое? Что-то с мышкой. Да. Понял. Пока. Такой бред. Надо, чтобы этот камень падал и немножко освещал пол. Ну, слишком маленькая область действия. Надо, чтобы он немножко оттенял то, что под ним. А то я могу прямо на краю кинуть. Получается.
Да запарил. Понял. О, та-та-та-та-та. Да, ограниченное пространство еще скинуть может получается, да? Ладно, учтем.
Вот я об этом говорю. Минус души. Все. Отлично. Меня убивает гравитация, а не мобы в основном. Надо сразу за спину заходить. Или на мост выходить. Не, давайте за спину зайдем. Господи. Чисто гравитация убивает. Ну, ёлы-палы, ну, почти убил, ну, блин, ой, какой же он неинтересный. Ой, просто почти убил. Просто пока встает перс, это, ты сидишь и ждешь, совпадет ли момент удара до переката. Или я успею перекат сделать? Просто бред, блин.
Чел. Такая тупость. У меня нет слов просто. Замечательно. Моделька его отталкивает мою. А ему пофигу. Да, я его даже чуть-чуть не толкнул, получается. Просто толкнул модельку мою, все. Хоть бы хны ему. Я как вода его обтек. Ну посмотри, для чего это синий титанит. Все, я взял. Нормальный вообще, нет? Почему я под ним не прошел? Он же прыгает. Я бегу, он прыгает. Почему я под ним не пролетел? Он же прыгнул. Вы хотите сказать, что прыжок... Прыжок, а модель его на земле, типа, все еще? А это только визуальный эффект? Найс игра, значит. Вот что я могу только сказать. Господи. Чел, отвали. Давай! Это бред, просто бред. Чел на узком коридоре просто ваншотает, и ничего не поделать.
два удара. Раз. 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 Нет. Нет! За что? За что эти мучения? Какой-то сраный голем. За что? Он такой... просто вот... Я знаю, что он изи. Но вот эта вот беготня с самого старта, это так утомляет. Вот мне это не интересно, вот это вот. 20 раз проходить одно и то же. Это как в НФС первом, блин, 12 кругов. По 4 минуты. А потом на 11 круге ты просто... Чуть-чуть зацепил моделькой, все, и проиграл. И все заново. Интересно? Мне кажется, нет. Господи. Очень интересно. Просто вот... Вот один час просто из того, что надо бежать. Эти синие титаниты, получается, я фармлю. Блин, с такой высоты это смерть. Господи. Вот, вот и как? Как я должен был эвейдить? Как я должен был успеть? Мне что, в самую легкую одежду одевать? И только качать вот это вот, как его? Выносливость? А не, не выносливость. Загруженность или что там? Ловкость. Так неинтересно. Так охота заэвейдить его. Вот и что мне вот перейти здесь, прийти здесь, там не знаю, пойти пофармить, а потом прийти, что ли? Или что? Это интересно? Давай еще упадем. Да, блин, еще проблемы с текстурами, когда цель выше или ниже.
Просто бред. Меч попадает по модельке, а урон не наносится. Нормальная игра. Нормально. Хорошая игра. Господи. Надоело. Мне это так надоело уже. И опять. Вот. 5 минут бегу. Попытка 5 секунд. На бой с ним. И все. И опять 5 минут бегу. Интересно? Мне кажется, очень. Ладно бы, если там локации супер там интересные, красивые были. И разные пути были к этому месту. Но тут же одна дорога только туда ведет. Одни и те же монстры на тех же местах стоят. То есть в чем челлендж? Челлендж в том, чтобы заучить все или что? То есть я должен заучить, и тогда я выигрываю. А это разве интересно? Это же не этот. Это же не мультиплеер игра. Не PvP игра, чтобы интересно было заучить. Опять атаковал мимо, урон засчитала. Атаковал в лицо, урон не засчитала. Нормально. Нормально. Блин, чуть не упал опять. Давай. Что с текстурами, парни? Нормально, игра. Нормальная игра, нормальная. Я вот не, я не хочу идти назад и с лука стрелять. Я не хочу. Я не хочу так играть.
Что это за хрень вообще? Блин, что за... Так, два удара, да? Нет. Все, хана мне. Ну все, блядь, такой неинтересный ты вообще. Я не буду стрелять из лука, я не буду этим заниматься. Уроды, блин. Поставили сраного моба, который одноразовый, в маленькую коридорку, блин. Мне вообще неинтересно вот по 1000 раз подходить к нему. Настолько неинтересно. Я просто жду, когда мне повезет. Я не хочу перекачиваться, не хочу переодеваться. Что мне одеть-то, чтобы не ваншотало? Короче, он меня запарил уже. Настолько неинтересно. ,47? До свидания, я не буду этим заниматься. ,47, блядь. Блин, это место дурацкое. Да. Остается один удар, он меня убивает. Комбо. 2 ударов. Очень интересно.
Ну давай быстрее, иди сюда. Мне интересно, да, вот парни этих. Мне интересно? Нет. Я их фармлю, получается. Господи, давай здесь умрем. Да, давай. Давайте. А, текстуру не защищают. Забыл. Да. Забыл, текстуру не защищают. Тычки сквозь текстуры летят. Забыл об этом совсем. Извините. Короче, я не буду туда вниз идти. Придется на мосту драться. Потому что там вообще камешки припирают. А, тут же ваншотать, может, забыл. Да, совсем забыл. Это возможность ваншота от него. Ну нет! Соси. И что это мне дало? Уродец. Что-то бабочки неохота трогать. Не понял, а куда идти? Понял вас. Ничего страшного, да, понял вас. Понял вас, да. Текстуры меня убивают. Гравитация. Фильм «Гравитация», вот.
Вот настоящий фильм «Гравитация». А не ту фигню, которую сняли. Бред собачий. Господи, все сагрились. Ну ты, гаденыш, на, пойсрол. Можно упасть? Пожалуйста. Вот это что это было? Что меня толкало только что? Один убежал, да? Куда идти? А вот что это? Там что?
В смысле? Не понял. Это же обратно туда ведет, нет? Куда это ведет? Зачем мне обратно наверх по этой тропе-то? Не понимаю. Стоп. Что я тут? Понять, может, мне вниз надо все-таки? Мне, скорее всего, вниз надо. Походу, зря я сюда спустился. У меня кончаются камешки. Потому что нельзя тратить. Вот это что это было? Вот что это толкает меня? Кончаются камешки. Да. О, моллюски, полипы. Надо по одному, да? Айда сюда.
подходи. Так-так-так-так-так-так-так. Блин, они дамажат, кстати, не... немало. Моллюски. Три удара. Что, босс рума, да, наверное? Ох, блин, да. И без тумана, кстати, походу. Без тумана входа. Ну где там? Ох, лишь бы с одного раза, пожалуйста. С одного раза надо. Не шуми! Не шуми! В всяком случае пьем.
Пьем. Chill. Oh, hello again. You're both managing quite well, aren't you? I haven't found my father yet. Have you seen him? Really? Then I must be off. I'm sorry he's caused you trouble. He has a knack for that. If you just stay put. Really? I'm sorry. Давай, давай, спасибо. I am pleased. Is it something? Very well. Опа, эти возрождаются, да? Чел. Лол.
что, фармить можно, что ли? Десят силы. Да, эти штуки больно бьют. Thank you.
It won't be easy. I'm afraid you'll have to look. Be seeing you then. Be careful out there. Thank you.
текстуры. Текстуры. Так, в жопе мира, пожалуйста. Прошу вас в жопе мира мне воскресить. Спасибо. Ну ладно. Пока что все. Короткий поход. Быстренько убили ногого сита. Это вторая душа. Скоро будет третья. Бы-бы.